Всем привет, я Багистр, вы на канале Багистр Плей, и сегодня будем продолжать играть зомби. Растение против зомби. Я опять попал на ту же ловушку, и думаю, это будет сейчас финальная серия по второй главе. Может, мы скоро придем к нему в третью главу. У нас все еще ночь, и у нас появился вот такой танцор. Зомби-танцор, нажмите для просмотра. Майкл Джинс? Разве он не другой должен быть? Хотя он, наверное, у меня старая версия компьютера, да. Русская из-за этого. Значит, мы что берем? Мы берем тупое солнце, берем спорогриб, берем дымогриб, гипногриб, трусобогриб, магиогриб. Шучу. Конечно же, ледогриб. Посмотрим. Компания грибов, блин. Просто сажаем грибы, ничего не думаем, ни о чем не думаем. Я просто выключу звук, а мне начинает немного нервировать. Все. Зомби пришли за вами, нам сказали, но она. У меня нет мозгов. И у тебя их тоже нету. Спорный вопрос. У нас одна волна. Все, я посадил. Мозги. Я не знаю, куда мне эти грибы ставить, я просто по приколу поставлю. Мне кажется, бесполезно включать звуки, мы и так слышим их миллион раз. Я не знаю, ХЗ. Вам даже очень нравится эта рубрика. А я такой сижу и думаю. Кстати, вот эти большие грибы, кстати, очень даже хорошо дерутся. Даже очень хорошо дерутся. Ну как дерутся? Плюются они, а не дерутся. Хотя у меня спорный вопрос есть. Вот он. Это мне сейчас могильщик нужен. Мне тут мешает одна тварь. Сейчас, подожди. Иди отсюда. Вот, могильщик пусть есть пока это говно. Танцошопер! А знаешь, в чем прикол? Можете идти отсюда, да? Дебил. Танцоры. Мои танцоры к вам идут. Со мной связываться бесполезно. Вы просто теряете время. Танцоры. Кстати, а что у них для музыка есть у них? Это у них звук нет, но ок. И вот эти танцоры, кстати, меня немного нервируют. Грибожуй. Сейчас я уберу этого грибожуя. Сейчас, подожди. А, он так его убьет, ок. Блять. Ешь мою тварь, ублюдок. Он в мои могилы съел. Блять. Мне жопа.
спорный вопрос возникает. Есть грибы долбаные. Иди отсюда. Что тебе надо? Что за гриб мы получили? Вы получили новое растение. Гриб судьбы уничтожает зомби в больших радиусе, но останавливается кратер. Я хз, понравится ли он нам или нет. Ну я вот что знаю, опять танцор порывы. Ну мы берем стандартные наши наборы, которые могут пригодиться. Я хз. Ну, кстати, мне как-то полезнее будет. Конечно, он дороже, но он полезнее, потому что он взрывает нафиг всю полоску эту. Думаю, нам поможет он. Не туда посадил. Все жопа начинается. Ну и как всегда. Как я начинаю играть растение против зомби, у меня такая фигня происходит. Ну, кстати, бесплатные грибы может и полезны, но их потом надо убрать, потому что они все равно мне не понадобятся потом. Две волны у нас. Это про последняя, походу, волна. Это одна или две? Одна. Давай потихоньку ложить этих тварей. Я их сюда, на всякий пожарный, тоже поставлю, потому что... Я говорю, есть, да, ощущение. Мне как или я чувствую просто жопой, чувствую, что кто-то ко мне сейчас придет. Бесит мне эти могилы, если честно. А, не понял, а ты с хрена ли обосрался-то? Видел монстр, обосрался, понял. Дебил. Кусуголовый. Представь, он просто взял и обосрался от этого монстра. Может, далеко и плюешься, он не настолько уж хорошо, ты и плюешься. Только попробуй подойти, я с тебя все шашлыки сбью. Сейчас первая волна будет. Надо сделать первую волну этого. Этих тупых грибов. Чтобы никто не пробрался сюда так быстро. А потом можно могилу брать и есть. Поблизости. Не хочу, чтобы ко мне пришли опять эти танцоры из задницы. Спасибо, но они слишком сильные. Вот, первая волна идет. Первая волна идет, а мой могильщик пока кушает. Ну, кушает, тварь. Сейчас я нахрен тут все взорву просто. И вот без проблем. Вот и помер дед Максим. Давай быстрее, жуй, дебил. Бесполезный кусок могил, блин.
Ну все, на этой полосе не будет могил. Погнали следующую жрать. Спорный вопрос. Где золотая? Фигец, ты мешаешь мне. Не успеешь сожрать. Давай еще чуть-чуть, и могил не будет просто. Гипногриб сваливает. Все, да неужели все, я избавился от этих могил. Сейчас будет финальная борьба. Надо к ней приготовиться уже. Хотя я уже приготовился. Просто собираем. Просто сидим и собираем эти тупые эти грибы. Давай, где там волна наша финальная? Ждусь, не дождусь. Ну это самая легкая катка. Здравствуйте, танцор. Можете сразу сваливать с моего района. Бабах, ёпта. Я звук включу. И какая мне тварь на этот раз угрожает? Ну? Записка. Здравствуй, мы хотим зайти к вам на полуночный ужин. Как насчет мороженого и порции мозгов? Искренне ваш зомби. Добила не зомби. Ну что, финальная волна и финальный и заключательный ёперный ты театр. Пришли. Здрасте. Тему ты. Так, спору грибы не строгаем. Надо могилу кушать, вот что надо делать. Давай, давай, это финальная. Ух ты, это бомба. Ее трогать не надо. Жалко, я потрогаю вот ваши эти штучки. Экспибит, это, наверное, мощные какие-то. Еще какой-то. Я это буду использовать в конце. Чтоб не облажаться. Где большие грибы, кстати? Что за танцы, я не могу понять. Ух ты. А я прям вижу, вы хорошо тут поустроились. Да не нужны мне ваши грибы. Мне такие бы грибы понадобились бы.
Все заморозили, пацанов. Я исключительно говорю, уйди. Ну чё, первая волна погнала. Приближается, окей. Гипногрибы поставили. Очень, ой, ой, ой. Моя армия непобедима. Остановись, бейби. Все, моя армия демонов готова. Нема. Бабах, ёпта. О, гляньте-ки. О, бомбоёбщик пришел. Нет, другой пришел. Один... Другой, как его звали? Уйдите, блин. Уйди. Бог не желал вам плохого. Вы сами сюда приперлись. Грибы жри, дебил. Наконец-то мы прошли вторую главу. А их там несколько, да? Вы получили новое растение. Лист кувшины позволяет сажать наводные растения на себя. Но мы, конечно, уже будем проходить в следующей серии. Так что всем пока, с вами был Магистр, будем на канале Магистр Плей. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.